В этом году у меня идея была, что давайте сделаем вот рождественский тур снова. Мы очень заряжены были прошлым годом. И у меня идея пришла, как мы можем что-то поменять. Вот не хотелось просто взять то, что у нас есть, да, и то, что было, и чисто просто его банально повторить. Людям хочется что-то увидеть чуть-чуть другое. Не просто такой стандартный набор, там, барабаны, бас, электрик, акустика, пиано и все. Я так... На запас. Чтобы не обидеть, так принес новую стоечку. Можно, наверное, тут положить ее сейчас. Привет. Привет. Так, а ну. Ну что, твоя инерция готова, что ли? Спасибо. Я сразу начал думать, какое новшество можем внести. И... Первое, что мне пришло, что ребята используют очень много этничных инструментов. Я сразу напридумывал где-то 6 или 7 каких-то разных инструментов. Были инструменты аккордеон, но индийский аккордеон. Потом у нас есть это ручное пиано, называется калимба. Добавили еще юкалейлы, это вот маленькая такая гитарка. Welcome! So, American Family Insurance. I don't know. Да, только не делай такой грех, как одной рукой все играть. Надо. Так понятно. Главное, просто... что ты... Сори, ну, 3 часа все-таки. Hi there. Привет. Женя. Привет. Может быть, там... Сегодня у нас первый раз это такая большая репетиция. Мы не просто играем вместе, мы общаемся. Я считаю, что это важно, чтобы бенд был дружелюбным друг к другу. Куда мне без твоей святой? Идея была сделать где-то 10-12 концертов, потому что есть какой-то опыт, есть церкви, в которые уже приглашают нас. И вот мы решили даже поехать в Денвер. И потом заедем еще в штат Айдахо. Смотрите, что я думаю? А может сделать такую, как провал, да, чтобы одно укулеле осталось? С каким, знаешь, ну просто от нас только дымка пошла, укулеле. И потом через что-то красивое зайти уже. А широкой. Если там Into the Chorus сделать build? Пускай этот verse будет тихий, like первый. То, что начало, как мы начали. А мы здесь решили внедрить скрипку с эстрадной такой музыкой. Так как Оля играет, оно очень все подходит. И она очень хорошо чувствует этот стиль. Не только мы добавили скрипачку, поменялся у нас барабанщик Андрей Богданов. Электрогитара поменялся, это Давид Федоренко. Остальные ребята те же самые. Я считаю, что это новый коллектив, потому что как минимум уже 3 новых человека в коллективе, это уже другая динамика. Я думаю, что будет очень, очень красиво. Может, на следующий год и будет духовая секция. Я очень рад, что все так идет гладко, все как-то органично это все получается. Мы хотим расширять это дело. Мы верим, что у нас качественный продукт. Мы верим, что людям это нужно, что люди будут
наслаждаться вот нашим продуктом. Чи знала ти, Марія, що твоє дитя ходитиме водою? Чи знала ти, Марія, що твій син спасе? Многие еще не понимают, что такое Double Joy Music и зачем мы это делаем. Это платформа, которая объединяет музыкантов. Это платформа, которая несет единство, которая дает платформу для молодых, для тех, которые уже имеют какой-то опыт. Когда мы собираем команду, у нас все служим друг другу. Тебе все служат, и ты всем служишь. У нас нету хедлайнера. У нас нету какого-то человека, которого мы будем больше выделять, чем других. Мы все на равных правах. В этом году мы хотим это очень четко, ясно объяснить. Уже с нетерпением жду этого тура. Ну, для меня номер один — это музыка. Если бы музыки не было, то это все напрасно.